Гуманитарный конвой из Троицко-Печорского района благополучно добрался в Донбасс, в зону специальной военной операции. Помощь нашим бойцам собирали сотни неравнодушных людей из Троицко-Печорска и Ухты. Адресные посылки, предметы первой необходимости, пиломатериалы и, конечно, весточки от родных. А еще на передовую подготовили и передали два УАЗа. Сопроводить гуманитарный груз через всю страну вызвалась волонтер Полина Ефремова. Ну что, мы на территории ДНР. Едем на двух буханках, УАЗиках и газель, которая везет у нас также посылки и пиломатериалы. Гуманитарный груз волонтеры передали из рук в руки. Бойцы поблагодарили всех, кто помогал собирать посылки и участвовал в покупке и подготовке машин. Отдельное спасибо водителям, перегонявшим технику, и сопровождавшим волонтерам. Уважаемые земляки, дорогие земляки, хочу выразить вам искреннюю благодарность. Вместе мы сила, вместе мы победим. Отдельно я хочу выразить благодарность Полине Николаевне, которая организовала эту поездку, организовала жители Троицко-Печорска в оказании нам помощи. Всем огромное спасибо. Родные и близкие, мы вас любим. Ждите нас, мы вернемся с победой.